Но сейчас новость последних минут. Тело пилота российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова сегодня будет доставлено в Анкару и потом передано нашей стране. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на турецкого премьер-министра Ахмета Давутоглу. Самолет российских ВКС, принимавший участие в операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, был сбит 24 ноября турецким истребителем. Летчик погиб, штурману удалось спастись.